Ну, кто-нибудь все равно ебанет или сишка, или... И коммент обязательно. Слушайте, знаете, что я подумал? Нам надо было сейчас вот в этой ситуации взять просто тупо одного медика, который бы раскидывал без запаса, чтобы за этих не ходить. Надо вообще-то иметь в виду, да? Поставил, он тебе сыпет денежки, эти идут, ну как бы, просто сделать рейтинг, чтобы было, сам понимаешь, что приходится позицию занимать, да. И не надо выбегать за алмазами и умирать, в принципе. Но если вот такая команда, то... Три это там переизбыток, а один. Помню, как мы играли в 13, да? А мы изначально потом уже стояли. Так они нам такую игру, а мы же сами там... О, лично, ты видел? Ага, это Иван, блядь. Ах ты, Иван. Там еще один Иван на балконе, на другой стороне. Поля. Вот тебе прям лич, прям сюда прибежал. Вы, ага, я... Это ж прикинь, рез был, это он оттуда гречом два раза и добежал сюда за 5 секунд. Ну вот это готовьтесь, он будет всю игру сейчас бегать тут. За секунду скачал их и поставил, сука, сзади, сзади, стоп, блин, сейчас меня поможет. Один так еще подожди справа. А, так он еще, блин, бьет. Да блять, опять лич, лич. Да блять, не бей этого лича. А не, это еще ты один, это Иван, а тут другой уже. Это я, он еще с Аглайсом, Читарин. Да с этими херами ты ничего не сделаешь, они будут бегать по всех картам. Они же к нам будут подбегать гличем. О, попиздили я глич. Ну, видишь, бегать гличем и с пистолетиком стреляет. О, видишь, ударил, подбегает, дык-дык тебе. О, синий тебе. Смотри, смотри, смотри. Играл с Читари, ах ты мразь. Вот это не Санёк его подловил. Да нет, не синий. Подтёк, подтёк, как рыбак. Прямо на головку схватил. Бля, один выстрел остался. Давай, 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 добивай. О, блядь, в прыжке, блядь. Сзади, уже сзади. На балконе, ребята, на балконе кишка. Они со всех сторон, пипец, как муравьи. Вот это синий особенно. У нас позиция какая-то, нам с любой стороны заходи, блядь. Ох, ля-ля, мудил. Ах ты, гад. Есть что? Как всегда, они Гриша, они все с пистолетиками, короче. Команды. Нет, давайте выбрать. Полезно, хотя знаете, здесь может быть лучше мины ставить. Слушай, я возьму на компьютер. Он уже лежит, у меня пули летят после того, как он уже, блядь, сдох. Третья будет Бразилия. Не, мины максимум варианты мины. Пидораки, а не Бразилия. Пробегать их. Да, мимо. А, блядь. Как он же подбежит сейчас неожиданно с какой-нибудь. О, блядь. А блядь, что разберет? О, он идет. Ля-ля, дебил, блин, что делать? Он еще и крюк наматывает. Сзади заебашил. Знаешь, что у него херня? То, что у него быстро пули заканчиваются. Постарайтесь крутиться, прыгать, что угодно. У него пули быстро заканчиваются. За этой херь. За Джурана этот? Да. Ну это ж... А, не удивлюсь, что это дети какие-то. С Сайлот Пес, который... Ну тут тоже. Во, еще один забежал. А сзади вас? Сзади, блин, уже. Ты поливаешь пулями, я поливаю матом. Конечно, я понимаю, что это батл. Я бега искала шум, а ты читами ползал. Надеюсь, то, что это принесет большую пользу. Как это ты меня увидел через две стены? Такую магию полили раз, 200 мы. Если ты шкера, приготовься, есть веский довод. Граната Гала найдет тебя стопудово. А я хочу играть как Лав или на Фане, чтобы вам пули в голове оставить на память. Апостолы мученика, оставьте ученикам. А как тогда мне играть? Ха, лучше никак. Не понимаю, зачем, например, использовать ВХ. И не говори так глупо, когда к груди не выдыхай.
По-любому, если ты не местный, попадешь на место. Миллионы пожалеешь раз то, что сюда залез. Тут там проблемы на меня. Реальный мир нам надо поменять. Да, стали читать, я достал калаши. Нам надо бы показать то, что это война. Тут там проблемы на меня. Реальный мир нам надо поменять. Да, стали читать, я достал калаши. Нам надо бы показать то, что это война. У виска не надо меня искать. Я по головам бью, как хороший вискарь. Не поможет искать, просто буду твой скальп. Говорят, что я шкер, ну и пускай. Ведь на любую провокацию ответ один. Да-да-да, достань, перезаряди. Все проблемы и заботы будут позади. Погоди, позади. У меня три камня. Уже под утро, но не покидаю сервак. Через пару часов на они, кстати, прибегут, да. Я знаю, еще никто не думал даже. Это же такое разгар, режим саботажа. Нет никакого желания на эскейп нажать. Это нереально, как убить шерифа сажа. Поэтому бывает, убиваю время свое. Далее только лентяй с знаменей поел. Тут там проблемы на меня. Реальный мир нам надо поменять. Достали читаки, я достал калаш. Нам надо показать то, что это война. Тут там проблемы на меня. Реальный мир нам надо поменять. Достали читаки, я достал калаш. Нам надо показать то, что это война. Получился, не получился. Читеров. Сказать бы им, блин, пару лет. Три гличера в одной потом, команде. Давайте выйдем потом, я муги скажу. Они быстренько, скорее всего, уйдут. Не, эти, да, они долго не будут, это такие что. А, блин, сука, точно поднимаю. Открываю игру, кругом читеры. Захожу в папу, кругом читеры. Выхожу во двор, кругом читеры. Кругом читеры, кругом читеры. Мне 12 лет, зовут Электрик. Года читер, не полис в ММ, все зашибись, но мы не читер. ВХ, им радар и малым в пол, живее уроды. Для Олежки с триггером нет плохой погоды. Играю словно Кеннис, девочки, смотрите. Сучки плачут, голос говорят, что читер. 43-м играю, глобал мэня, помолчите. Продолжи линыть в чате, поебалу получите. Открываю игру, кругом читеры. Захожу в паб, кругом читеры. Выхожу во двор, кругом читеры. Кругом читеры, кругом читеры. Открываю игру, кругом читеры. Захожу в паб, кругом читеры. Выхожу во двор, кругом читеры. Кругом читеры, кругом читеры. К черту, прямые руки, читы все сделают за тебя. Скачал АИМВХ и вдруг почувствовал силу я. С читами встал на пьедестал, и это заебись. Но боль в груди, в ушах звенит. Ну так, сука, заткнись. Прямые руки, всему голова. Забавный ребенок, эти слова. Читы помогают лишь сперва. Но после не будет у тебя скилла. Тут не прокатит, купи, убей. Мне кажется, хватит с тебя смертей. В игре возьмешь адрес у людей. Но потом умрешь, я удалил ебей. Бездомные люди сдавались тем, кто сильнее. И всех с позором падали на землю. Вот это успех. Если не хочешь быть таким-то строго и сердито, произнеси про себя всемирное.